Приветствую. У меня выходные. Пару дней нашел, кто мне поможет с вырезкой. То есть клиночков по-грубому, потом я уже буду их выравнивать сам. И пользуюсь случаем. Вот заготавливаю. То есть опять сейчас строгаю пока. Потом буду вырезать, подгонять, клеить. Это дощечки для правки бритв. Вот так вот. Я тут в акциях написал такую новость, что при покупке любой дамасской бритвы в подарок можно будет выбрать любой из аксессуаров, договорился, в разделе аксессуары в подарок. Ну, посмотрел, там мало чего. Заказал тут одного парня, он мне тут обещал подтаранить немного еще для ассортимента. И вот сам еще хоть что-то сделаю. Есть еще мысли подставку под бритву сделать, но пока у меня в голове нет идеальной формы, которая бы мне понравилась 100%. Ну вот все пока. Будет что интересное, покажу. Подвел немного диск. Но ехать некогда, чтобы покупать другой. Причем хотелось бы купить с более крупным зубом, именно по дереву. Поэтому заточил на алмазе. Пока режет, но на будущее я буду покупать все-таки. Не люблю, когда инструмент подводит. Вот, потихоньку тут торцую. То есть геометрию и так, чтобы все было чинно. Ладно, продолжаю. Обтачивать и уже кожу примерять. Такие вот заготовочки сделал, опять длинные, средние и походные, миниатюрные. Что ж, сейчас будем выравнивать клей, все это прижимать струбцинами и оставлять до следующего дня, потому что сегодня обрабатывать их нельзя будет, можно сдвинуть будет случайно. Вот так вот как-то. Что ж, с этими штуками на сегодня, наверное, все. Так, позанимаюсь еще тут всякими разными. Забот много накапливается, пока бритву делаю, и поэтому уделять время приходится вот так вот отдельно, специально на все остальные заботы и прочее. Все. Так что делаем, скоро будут. Плюс две из фанерки. Они уже наклею. Так, сейчас покажу. Вот такие вот. Ну, уже видели, наверное, на сайте такие есть. У меня там еще одна штука осталась. Или вообще, по-моему, ни одной, даже не помню точно-то. Ну все, как бы на этом все. Пытаюсь сделать шкатулку нового образца, но это только пробники, не более того. Может, получится что-то.